Удалось ли увидеть новорожденную? Здравствуйте, Лариса. Да, мы только что из слоновника, слоненка мы видели, это чудесная девочка. Малышка появилась на свет в среду, она достаточно крупная, около 130 килограммов, хотя на воле средний вес новорожденных азиатских слонят 100 килограммов. Напомню, это уже второе потомство слонихи Синты и слона Аюмы. Они приехали в ростовский зоопарк по программе обмена из Германии около 7 лет назад. Синта приехала уже беременная Ситара, и, кстати, вот новорожденную малышку часто сравнивают с Ситарой. Предлагаю послушать комментарий сотрудника ростовского зоопарка по этому поводу. Считается, первый рожденный слоненок, первый рожденный в нашем зоопарке, это ее старшая сестра, которой уже 6 лет. Вот. Но да, слониха наша пришла беременна этим ребенком. А вот этот малыш, это первый слоненок, уже сделанный у нас на нашей донской земле. Сейчас новорожденная самочка находится рядом с мамой. Она кормит дочь молоком. Синту вместе с малышкой держат в отдельном вольере. Посетителям их пока не показывают, чтобы не пугать малышку и не волновать Синту, но для журналистов сделали исключение. Вообще же слоненок будет находиться с мамой около 2 лет. Ожидается, что ежедневно самочка будет набирать около килограмма и году достигнет веса 450 килограммов. Лариса. Оксана, скажите, а малышка уже получила имя и останется ли она в ростовском зоопарке? Ну, с момента рождения прошло совсем немного времени, имя малышки пока не придумали. Возможно, объявят конкурс среди посетителей зоопарка. Известно только, что по всем правилам имя слоненка должно начинаться с первых 2 букв имени мамы. Напомню, слониху зовут Синта. Насчет будущего слоненка тоже пока ничего не известно, но, как нам сказали в зоопарке, места в донском слоновнике хватит всем. Он рассчитан на 4 взрослых слонов и 3 малышей. Лариса. Спасибо.